обрез скорпионов. Вот и отцвели наши ароматные великолепные красавцы, которые радовали нас своей красотой и благоуханием в начале лета. Теперь наступило время поухаживать за нашим кустиком. Необходимо обрезать увядшие бутоны. Это необходимо делать тогда, когда отцвели все бутоны. Это у меня маленький кустик. Тут было всего 4 бутона. Они отцвели, и поэтому сейчас я уже могу их убрать. Это необходимое дело для того, чтобы защитить куст от серой гнили. То есть вот эти бутоны, они могут загнить, особенно в сырую погоду. Рекомендуется делать обрезку после второго листа. То есть вот здесь я первый, второй листик, вот здесь я уже могу эту веточку обрезать. Если вы видите, что у вас куст еще хиленький, маленький, веточки не набрали много сил, то можно, конечно, и обрезать пониже, но не ниже, чем 2 листа. То есть снизу мы должны оставить хотя бы 2 листа, первый и второй, да, и вот здесь уже обрезать. Если вы обрежете ниже, не оставляя совсем листьев, то есть риск, что пион не зацветет на следующий год. То есть практически 100% в таком варианте пион не зацветает. Поэтому не будем рисковать, будем обрезать в нужном месте. Да и потом эта зелень еще может постоять, порадовать нас, тем более если он находится на общей клумбе, пока не зацвели георгины, у нас постоит такая зелень, уже обрезанная, мы приведем в порядок, чтобы радовала глаз. Вот такой необходим уход в данное время за пионами, то есть буду обрезать каждый кустик, пока у меня не зацвели тут еще астры, еще лилия, поэтому необходимо привести в порядок, да, и для того, чтобы на следующий год наш пион был здоровый, крепкий и приносил нам красоту.